Центральный банк заявил о продлении уже действующих ограничений снятия иностранной валюты. Возобновление произойдет 9 марта 2023 года. Об этом заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что основанием для их введения было то, что завоз наличной валюты практически прекратился. Ограничение было введено год назад в связи с тем, что со стороны США и государств еврозоны были введены ограничения, точнее запрет на поставку в Россию наличных долларов и евро. Соответственно, российским банкам стало практически неоткуда пополнять запасы наличной иностранной валюты. И для того, чтобы эти запасы не были быстро использованы, было введено такое ограничение. Все действующие лимиты на снятие валюты сохраняются. При условии, если вклад или валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, человек сможет снять с него сумму, но не более 10 тысяч. В рамках ограничений деньги выдаются только в долларах и евро, остальные средства можно снять в рублях. Также кредитные организации смогут продавать только те доллары и евро, которые поступили после 9 апреля. Те, у кого были валютные счета до 9 марта прошлого года, они имеют право снять с этого счета до 10 тысяч долларов, именно в долларах или в евро, или в другой иностранной валюте. Соответственно, если в течение этого года человек наличную валюту не снимал, но при этом переводил свои деньги внутри одного банка с одного счета на другой, то в этом случае за ним сохраняется право снять до 10 тысяч долларов наличными со своего счета. Стоит отметить, что данные ограничения вводились еще в марте прошлого года на фоне обильных западных санкций. В связи с этим Банк России ввел новый порядок обращения валюты, в основном ограничения на снятие иностранных валют. По мнению аналитиков, Центральный банк сможет отменить валютный контроль только если западные санкции будут сняты. Ева Гаврюшенко, Маргарита Михайлова, Универньюз.